что нос вытянулся. И когда работа была закончена, перед Карлой стоял маленький деревянный мальчик с задорным длинным носом. Ну вот, какой ты ягоза. Не крутился бы, нос получился бы нормальный. А так, назову тебя Буратино. Буратино, так Буратино. А ты кто? Я мама Карла. Ну что ж, отлично. А это что? Это нарисованный очаг. Он висит здесь очень давно. Еще когда я была маленькой девочкой, он давно уже здесь висел. А что за этим очагом? Там маленькая железная дверь. Но от нее давно потерян ключ. И я не знаю, что за ней находится. А, там, наверное, какая-то тайна. Хорошо бы узнать. Какой ты любопытный, Буратино. Интересно. Мама Карла, можно я пойду погулять? Подожди, прежде тебе надо пойти в школу. Ведь ты не умеешь ни читать, ни писать. А зачем это мне? Затем, чтобы ты стал умненьким и благоразумником. И чтобы мама Карла могла гордиться тобой. Ну, тогда я пошел в школу. Иди. И не забудь взять азбуку. Ну, тогда я пошел. Иди, сынок, будь прилежным учеником. Вообще в другую сторону. Пойдем под Базилио.
мне, это тебе, это мне. Ты меня обманула. Да что ты говоришь, кот Базилио? Как я могу обмануть своего верного друга? Обманщик, отдайте мои деньги. Кот Базилио, подержи-ка его. Thank you.
великолепный опер Ульяна. Красивый. Вокалист на нашей сцене Маша с песней «Арлекино».
Thank you.
На ксюху похоже.